Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Хочу вам показать Катальпу. Посмотрите, какая красота. Целое дерево. Вот такой вот цвет. И там вот вдалеке другой. Такой кофе с молоком. А это красавица. По запах. Вообще, посмотрите, какие у нее красивые цветы. Очень красивые цветы. Запах, конечно, обалденный. Вот, видите, с желтым. Такие серединка. Я вот близко вам покажу. Очень красивая красота. Красота. Потом, когда она отцветет, у нее вот такие вот получаются стрючки. Ну, не знаю, как она с семен. Семенами размножается, не семенами. Наверное, нет, потому что саженцев нету вокруг, чтобы было. Вот такая вот красота. Конечно, красота обалденная. Хочу вам сказать. Очень-очень буйно цветет. Вот так вот кратенько хотела вам показать. Вот такие бутоны и целые соцветия. Как она называется точно, я не знаю. А вот видите, она или эти стрючки остались с прошлого года, вот сухие, видите, ну сейчас сорвем один, посмотрим, что тут есть, семена нету, одной рукой плохо смотреть, но семен нету, пустое все я. Не знаю, может быть, вот это семена с нее. Вот. Но оно все как пустое. Это прошлогоднее, оно уже и вымерзло, и высохло. Постараюсь, вот когда будет новые у нее стрючки, потому что старых очень много. Вот там, вот смотрите, видите, сколько этих стрючков висит. Вот когда будут новые стрючки, я попробую посмотреть, есть там семена или нету. Но красивая. Конечно, это не молодое дерево уже. Не молоденькая она. А вот такое вот ее, ну, не название, но вот такое ее состояние. Вот так вот она красиво цветет. Очень красиво. Такое целое-целое дерево. Вот так вот кратенько хотела вам показать. Мои подписчики, показываю вам красоту. И сейчас дойдем до другого цвета. И я вам покажу быстренько другой цвет. Вот он там вдалеке. Это совершенно, ну, другой цвет цветков и дерево совершенно другое. Видите, пущенное так в высоту. Это такое разложистое, а это пущенное в высоту. И цветочки совершенно разные. Вот форма цветка та же, но цвет и величина цветка совсем другое. Вот близко вам покажу так. Я бы его еще, видите, как миниатюрка. Там такие большие цветы и белые. А здесь такие, как чуть-чуть желтоватые цветочки. Ну, те самые вот стрючки висят. Очень даже много их. Здесь вообще очень много стрючков. Посмотрите, сколько. Я не знаю, видно вам? Нет, вот так вот покажу. Вот. Целые. А цвет самого дерева этого
Вот такой вот. Красота. Красота, красота. Вот так вот кратенько вам показала красивые деревья. До свидания. С вами была Украинская полячка. До новых встреч. Смотрим на красоту. Больше ни на что. До свидания. Всего вам хорошего. С вами была Украинская полячка.